волнующем мире мобильных игр, где каждый тайтл стремится предложить уникальные впечатления, мы отправимся в захватывающее путешествие, исследуя пятерку лучших, на мой взгляд, игр в жанре roguelike, готовых завоевать вашу любовь. Сегодня в центре нашего внимания необычные приключения в разных мирах, созданные игровыми студиями. Так давайте же вместе погрузимся в мир этих увлекательных игр и раскроем их уникальные особенности. Mr. Out of Fire. Эта захватывающая аркада приносит новый уровень экшена на мобильные устройства. В Mr. Out of Fire вы поднимаетесь в воздух с бесконечным огневым оружием, устраняя врагов на своем пути. Уникальный стиль графики и яркие анимации создают визуально привлекательный опыт. Система улучшений позволяет настраивать своего персонажа, делая его мощнее с каждым прохождением. Mr. Out of Fire — это не просто аркада, а взрыв эмоций и постоянного действия, который дарит неповторимый игровой опыт. Не знаю, есть ли на моем канале те, кто помнит игру Contra 80-х, 90-х годов, но это именно то, что вам надо. Survivor.io. Вирус сбежал из лаборатории и попал в мир. Сможешь ли ты отстоять человечество? Эта захватывающая игра представляет собой онлайн-мир выживания, где каждый игрок борется за себя, да и человечество в целом. Survivor.io выделяется своим простым, но захватывающим геймплеем, где вы бросаетесь в сражения с другими игроками на ограниченной территории. Собирайте ресурсы, улучшайте свои навыки и разрабатывайте стратегии для выживания. Графика в стиле пиксель-арт придает игре уникальный вид, а интенсивные сражения делают каждую партию захватывающей и непредсказуемой. В Survivor.io вас ожидают бескрайние битвы за выживание в динамичном виртуальном мире. Heroes vs. Horde Survivor. Эта захватывающая игра предлагает эпическое столкновение между героями и ордами врагов в мире магии и волшебства. Heroes vs. Hordes сочетает в себе стратегию и динамичные сражения, где вам предстоит управлять командой выживших героев и противостоять бесчисленным ордам врагов. Каждый герой обладает уникальными навыками, что добавляет глубину тактическим решениям в игре. Высококачественная графика и увлекательный сюжет делает Heroes vs. Hordes отличным выбором для любителей стратегических сражений в атмосфере олдскульных MMORPG. Zombie Waves. Эта захватывающая игра предлагает настоящий вызов для поклонников зомби-апокалипсиса. С высококачественной графикой и захватывающим геймплеем Zombie Waves переносит вас в мир, охваченный волнами живых мертвецов. Выживание становится центральным моментом, а широкий выбор оружия придает стратегический элемент. Сражайтесь с ордами зомби в реальном времени. Исследуйте опасные локации и усовершенствуйте свои навыки выживания, чтобы противостоять волнам зомби в этой увлекательной игре. Кстати, очень яркий представитель проектов данного типа. И последний, но не по значимости, проект в этом топе – Pickle Pete Survivor. В этой занимательной игре о выживании вас ждет захватывающее приключение в компании эксцентричного огурца Пита. Оригинальное сочетание юмора и стратегии придает игре уникальный шарм. Яркая графика добавляет игре легкость, в то время как сложный геймплей дарит невероятное напряжение.
С разнообразием оружия и бонусов Pickle Pit Survivor предлагает увлекательный опыт, который заставляет жаждать еще больше приключений с этим огурцом. Кстати, если вы еще не играли за огурчика, очень советую. А я благодарю вас за просмотр. Призываю вас поддержать мою работу лайком или комментом, чтобы убедиться в том, что мои старания не напрасны. Я, в свою очередь, буду продолжать вас радовать качественными подборками игр и не только. Ну а с вами был некий Юрий Зуйков. Голос этого видео.